Сын легендарного академика Ковалева побывал сегодня в Северодвинске. Главная цель визита – познакомиться с морским транспортом вооружения, названным в честь знаменитого отца. Сын знаменитого академика Алексей Ковалев сегодня побывал и на Севмаше, и на Звездочке. К последнему предприятию интерес особый, ведь главная цель визита – осмотреть морской транспорт вооружения, названный в честь легендарного отца. По академику Ковалеву экскурсию провел командир. Показали главный командный пункт, машинное отделение, каюты. Отец всю жизнь строил подводные лодки, ну и после смерти... А лодки не называются именами их конструкторов, то есть тех, кто их строил, ну, так не принято. Ну и потому было принято, видимо, решение увековечить память отца. На днях судно закончило государственные испытания в Белом и Баренцевом морях. Флоту академика Ковалева передадут 18 декабря. Он станет вторым представителем проекта в составе ВМФ России. Как мы знаем, он не только создавал лучшие в мире подводные лодки, он отлично рисовал, являлся членом Союза художников России. Он оставил нам замечательные книжки, которые, во-первых, очень интересно читать. Это уже второй визит в Северодвинск сына академика. По морской традиции завершился он обедом с экипажем. Считается, если удалось побывать на корабле, на нем необходимо обязательно подкрепиться.